Могилевские предприятия шукают новые шляхи работы с покупниками. До традиционных скидок у четверг и черных пятниц теперь могут додаться и субботние сток-кермаши. Днями несколько десятков вытворцев галины легкой промысловости разгорнули у Могилеве гандель со скидками от 10 до 70%. Корреспонденты завитали на стоковый кермаш и зазернули у покупницкий кошек. До заявленных гучных 70% скидка дошла хиба только у вытворца одения, таких как Могилевская Веснянка. Речи минулых коллекций саправды отдавали тане. Амаль удвоя на пэўный ассортимент помешал ценник светанок. Тому от моменту старту стока эта кропка с дитячей, пераважно белизной, была самой шматлюдной. Что прикупили? А здесь шорты. Детское что-то? Детские, да, шорты. Ну, разница в цене чувствуется какая-то? Да, да, дешевле намного здесь. Сколько сэкономили, если не секрет? Не считали как-то. Коллеги по швейным цеху из инших регионов, а на сток приехали из Минску, из Бресту, из Гродно, вырешили отзначиться традиционными минус 15, минус 20 от кошту. У основным у Пашани сярод покупнику летний ассортимент, и он уже танней. Скидка 50%. Ничего себе! Ассортимент прошлых лет. 399 она была и стала 199. 199, да. С такими ценами почему бы не взять, даже пускай будет пара лишняя. Всегда женщин лишних не бывает пар. Полностью с вами согласна. Первый городский сток-кермаш стал для организаторов и гандляров добрым опытом и допомог вызначиться с тем, что потребно покупнику. А это, вядома, еще больше привабные скидки, разностайность товаров, как хапила до новых акций. Седа Каспарова, Александр Артемьев, Новин Регион.